1 декабря – день Платона и Романа. Почитается память святых мучеников Романа и Платона. Платон обращал в истинную веру язычников. От него потребовали отречения от христианства. Платон ответил отказом. За это его повесили на дереве и били до тех пор, пока плоть не отпала от костей и не вылилась почти вся кровь. Лицо мученика истерзали железными рогатками, что остались одни обнаженные кости. Святой Роман выступил на защиту храма, который хотели разрушить, за что и пострадал. Декабрь месяц. У древних славян декабрь называли студень из-за холодной погоды и злых ветров, хмурень из-за коротких пасмурных дней, грудень из-за смёрзшейся грудами земли. Ранее на Руси мученикам молились, чтобы они способствовали материальному благополучию семьи. Поэтому сегодня утром, перед началом домашних работ, отправлялись в церковь и молились святым мученикам, чтобы они помогли благосостоянию семьи. Полевые работы к этому времени кончились, поэтому народ занимался разного рода ремеслами. Например, была широко распространена резьба по дереву. Для изготовления посуды использовали дерево липу. Она легко резалась и полировалась. К тому же наши предки считали, что липа способна защитить человека от нечисти. А нечисть норовит войти в человека через еду. Запомните это. Крестьяне должны были обеспечить себя всем сами. Поэтому занимались изготовлением посуды из ростцов, черепицы, используя для этого местные сорта глины, глазури и особую технологию производства. Так появились знаменитые хохлома, дымковская игрушка и многие иные. Приметы. Если сегодня тепло на улице, зима будет мягкой и теплой. Если холодно, будет холодной. Ветер сильный сегодня дует, зима будет богата метелями и вьюгами. Если в течение дня будет перемена погоды, то сколько раз она последует, столько раз произойдет перемена зимой. Если в этот день с утра тепло, быть ростепелем в начале зимы. Холод и вьюга в полдень, такого будет январь, середина зимы. Если закрутит, заметет к вечеру, зима в феврале будет лютой. Есть особый день в году, наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ, наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Ой, веселись, народ, наступает новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курока пей. Веселись, народ, наступает новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Ой. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам,